Ребята, привет! Хочу вам показать, как надо принимать квартиры. В принципе, вот мы живем на квартире, хозяйка говорит, все класс, классная квартира. Сразу покажу внешний. Да, она действительно смотрится неплохо. Аккуратненько. Вот такая вот квартирка. Спальня. Гардеробная. Коридорчик. Визуально все нормально. И санузел. Вот. Ну и начнем мы, наверное, с санузла. Первое. Ну вот этот страшный лючок белый. Это не качество работ. Это, конечно, говорит о том, что не постарались. Смотрите, вот такой вот, то есть не запил, а торцевая плитка, торцевая часть. Так, плиточники свели. Унитаз. Унитаз — это важная тема в любой семье. Вот люди много времени там проводят. Вот на этом унитазе ты сидишь, и у тебя ноги свисают, болтаются, потому что инсталляция была куплена, видно, от людей высоких, которые больше 1,90 м. Так, у меня 1,75 м, они взяли неправильную инсталляцию, они брали под высокого члена семьи. Но зная хозяйку и хозяина, здесь нет высоких членов семьи, я думаю, им самим неудобно было сидеть на этом унитазе. А плиточники, вот видите, у нас после затирки швов остались следы везде, то есть они не вымыли ничего нормально. Вот видно, как это идет полоски. По ванной из большего все. Ванная так будет нормально, аккуратненько. Вот, ну, дальше мы идем. Плинтусовка. Плинтуса пластмассовые. И сразу они показывают все косяки. Ну, здесь очень много косяков по малярке. Маляры, вот трещины пошли. Вон. Если мы посмотрим вот этот угол, весь угол кривой. Даже на телефоне видно, насколько он кривой. Смотрим дальше. Трещины пошли. Самое интересное, когда мы включаем боковой свет, мы видим, вот, насколько волнистые стены. Вот такие вот вещи. Плохо зачистили. Плохо зачистили. Да. Вот, смотрите. Трещина, трещина. Такая длинная вообще. Вообще по плинтусу можно посмотреть. Даже это не деревянный плинтус. Но видно, насколько плохое качество маляров. Смотрим внутренний угол. Тоже весь он плавающий идет такой. Плавный угол, я бы сказал. Вот еще косяк по малярке. Да, смотрим мы теперь по... Видите, как у нас идет тоже волной. Вот такие еще есть ляпы небольшие. А эту спальню смотреть... Даже свет нужно включать. Видно, как волной идет вся стена. Даже не тень. Когда включаешь ночной свет, видно. Потолки тоже видно, видите? Волны идут по потолкам. Вот одна такая длинная. И вот вторая. Самое интересное. Здесь у нас ребята вообще... как не постарались, прям ужас такой. Оставили трещины, трещины, трещины везде. Здесь у нас тоже мы видим такой вот небольшой ужас. Здесь трещина, трещина прям. Ой, здесь у нас тоже такой ляп.
Вот у нас тоже угол видно. Так. И вот это везде, по всем стенам. Тут даже не надо присматриваться, тут очень много всего видно. Здесь вот такие вещи, да. Вот вещь такая, вот трещина прошла. Еще одна. Вот она. Вот она покрасочка, видите? Вся вылезла. Вот отсюда еще. Будет видно хорошо, видите? Какая малярка. Какие стены у нас. Вот по малярке здесь везде так. Так, внутри гардеробная, все то же самое сверху. Трещина. Зачистка. Видите, как сделано. Это даже без лампы Лосева, просто телефон без подсветки. Я вот все эти косяки вам показываю. Теперь кухня. Очень интересно сделан. Видите, здесь так, а здесь выпирает. Разные уровни совершенно по кухне. Что-то у них не сходилось. Видно, не могли поймать уровень. Что здесь у нас еще? Ну, вот любимые места. Окна. Тоже у нас. Криво все, косо. Вот, вот такой ремонт, да, он недорогой. Визуально он симпатичный. Но вот те, кто знают в ремонте, вот видно сразу все косяки. Любимые места. Дальше. Вот трещина. Кондиционер вот как повесили, видите. Удлинитель придумали. Хорошее решение. Очень. Вот так вот повесить кондиционер. Вот он. Ребята не могли повесить буквально на 10 сантиметров правее. Ну, понятно, уже не стробить, не утапливать. Но хотя бы без удлинителя. Вот так.